Представляем вашему вниманию видео того, как чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин и его будущий соперник американец Дэниел Джейкобс посетили матч регулярного чемпионата NBA в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что в рамках медиатура по раскрутке их боя боксеры посетят Нью-Йорк. Головкин и Джейкобс стали почетными гостями на игре между Нью-Йорк Никс и Нью-Орлеан Пеликанс, проходившей на арене Madison Square Garden. Во время паузы в матче на центр паркета вышел известный ринг-анонсер Майкл Баффи и анонсировал предстоящий бой, а также представил публике главных участников всего действия. Трибуны аплодисментами и криками встретили Джейкобса и Головкина. Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом Никс Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами. Казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок – перчатки с автографом Triple G. Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере. В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и «Казспорт». Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 8 часов 19 марта по времени Астаны.